29 ноября, день Матфея, почитается память апостола и евангелиста Левия Матфея. Он один из 12 апостолов и учеников Иисуса Христа. Ранее Матфей работал сборщиком подати. Христос встретил его, предложил последовать за ним. Впоследствии Матфей проповедовал христианство и был казнен на территории современной Грузии в римской крепости Апасарас за проповедь. Традиционно Матфея считают автором Евангелия от Матфея, которое было написано на арамейском языке. В народе говорили, что на Матфея и зима потеет. И все потому, что в это время бывали сильные оттепели. Причем было замечено, чем сильнее была оттепель, тем более суровой и холодной будет зима. Часто на Матфея были сильные ветры. Из-за этого в народе его прозвали «ветродуем». Тяжелую работу сегодня не выполняли. Несмотря на строгий пост, крестьяне все равно ходили друг к другу в гости. Женщины по вечерам собирались у кого-нибудь дома и занимались домашней работой. Шили, пряли, вязали, разговаривали, пели народные песни. Приметы. Если пошел снег на Парамона, скоро будут и метели. Сильный ветер сегодня к частым метелям и вьюгам. Если сегодня день холодный, зима будет суровой. Если же погода будет теплая и дождливая, зима будет теплой и мягкой. Сильно разбушевался ветер, брось горсть сырой крупы в его направлении, и он утихнет. Советам в этот день можно смело следовать. Нельзя разгуливать сегодня в одном носке, тапочке или чулке по дому. Может умереть кто-то из родителей. Если в этот день дуют буйные ветры, то быть вьюгом и метелем до самого Николы Зимнего, это до 19 декабря. Есть особый день в году, наступает в темноту. Новым годом он зовется и для всех людей дается. Шелестят конфет обертки, там мандарин стоит и наряженная елка. Огоньками нас манит. Веселись, народ. Наступает новый год. Он врачу нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалом входит счастьем в каждый дом. Веселись, народ, наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курорта бей. Веселись, народ, наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Бам-б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 ам